не завязан там. Надо было развязать внизу. Разве был завязан? Такие калиброванные щучки. Тапок это для того, чтобы понять масштаб улова. Я так следы слона фотографировал. А, помню. Ну, тапок стал. Да я хотел там камни такие интересные. Поплыть туда. Так что делать? Что делали, то и будет. Находит свинцовой воды, хорошо, хорошо. Рыба, если ты снимаешь, я их прущу. Прикинь. Дневной улов. Не ночной. Так. Вау, пирог! Это нам доставили из Кадалакши. Да, вызвали это. Пирог приплыл. Там в руки. Ну, прощай, здоровье. Только что, вот прям только-только. Очень даже ничего. Да, и нежнее получилось начиночка и тесто. Съем, не съем. Ешь. Ешь. Так есть это одно, а съесть это другое. А что мы не ели? Горячие. Они ели. Мы ж один уже. Ну, тут, понимаешь, в темноте подождем рыбу, перебираем, ловим. Они макароны. Они макароны. Да, но все-таки похоже не такой пирог. Этот раз получился корсик. Чуть-чуть опоздали.
чеснок. Андрюш, чеснок. Попал! Эх, зелененькая. Ты надо вверх, а то ты че? Не, я по чекам целился. Тогда вообще. Зачем по чекам? Игорь сейчас туда. Лево. Влево ее. Ура! После этого я...